эффекты в кино надо обязательно побывать в городе Пуатье в парке Футуроскоп, который называют не иначе, как парк 21 века или парк кинотеатра. Парк посвящен визуальным технологиям, динамическому, трехмерному, научно-популярному, приключенческому и просто интересному кино. Гороскоп представляет собой некий город будущего, состоящий из огромных величиной с многоэтажный дом, футуристических сооружений, кинотеатров, зеркальных кристаллов, огромной капли воды, сфер, пирамид, огромных труб. Здесь представлены все новейшие способы показа изображений на экранах и не только. Последние десятилетия стали актуальными проекции на фасадах городских домов и на ночных фонтанах. Thank you.
Тебя замечу, что сами французы поговаривают, будто парк немного устарел, так как все, что в нем сегодня представлено, это уже часть нас сегодняшних. Стереоочками, 3D с движущимися креслами и люльками сегодня уже не удивить. Но 25 лет назад это был фантастический мир будущего. Thank you.